Балаклавский дворец культуры приглашает всех на театрализованную концертную программу к Международному дню танца, которую мы назвали «Кругосветное путешествие. Данс-коктейль». В программе принимают участие лучшие хореографические коллективы Балаклавы и Севастополя. Приходите, будет очень интересно. Отправляемся 29 апреля в 16 часов, улица Калича, 21. В нашем концерте примут участие коллективы Балаклавы, такие как Rhythm Dance, Жасмин, руководителем которого я являюсь, также коллективы из Севастополя, Belly Style, Lakshmi Lila и творческое объединение профессионалов Альянс, которые совсем недавно стали чемпионами России. Вы увидите танцы Индии, арабские танцы, танцы фламенко, современную хореографию, русские народные танцы и другие направления. Каждый коллектив, который принимает участие в нашем концерте, имеет большой танцевальный опыт. И каждый коллектив мог бы сам самостоятельно дать прекрасную танцевальную программу. А сообща, я уверена, нам будет чем вас удивить.